Итак, наш клип Future Perfect вышел. Вау! Мы видим его целиком впервые. Да. Я очень взволнован, и я. Оно выходит завтра, но мы увидим его за день до Инджини. О, волосы Чинвона такие красные. Твои волосы единственное, что я вижу. Теперь они темнее, да, они стали темнее, как цвет вина. Да. Мне нравится этот цвет. Это наша была первая съемка? Так все начинается? Это начало, не так ли? Да, это начало. Самое первое. Звук включен? Громкость. Уже включены. Громкость, вот так. Слишком громко? Поехали. Вау. Качество изображения потрясающее. Мне нравится цвет. Они очень красивые, они использовали фильтр. Ого, Сон Хун? О! О, что это? Ники, ты ходил босиком? А кто был второй босоногий юноша? О, Ники? Вау! Что? О, это та часть, когда мы снимали на крыше контейнера. О, вау! Графика! Графика? Погода такая? Знак изменился, он изменился! Он изменился? Так смешно. Что там написано? Наша формация? Знак сзади? Это машина? Вау, огонь! Тогда действительно шел дождь. Так холодно. Этот танец, он великолепен. Наши танцы действительно улучшили. Джей в спасательном жилете. Да. Вот оно, это поза. Эта часть была снята хорошо. Вау! Высунул язык, твой язык. Какой симпатичный. Это был последний день? Да. Подождите, как я сделала такое лицо? Когда ты сбежал. Это когда ты бежал. Впервые вижу его с графикой. Вау, ух ты. Как они это сделали? Окно разобьется. Это та часть с часами. Вау. Это что, ты Доктор Стрэндж? Что это? Так здорово. Вау, посмотри на это. О, графика. Графика действительно хорошо. Выглядит круто. Сон Хун выглядит безумно. Часть, которая вышла в тизере? Вау. Настоящий дождь, было холодно. А, финальная сцена. О, сцена с самолетом. Самолет прифотошоплен? Вау! Частный самолет, мы летим на частном, теперь мы можем взять его. И отправиться в кругосветное путешествие. Я думал, что он будет как боевой самолет. Ты выглядишь очень красиво. Мои бицепсы улучшились. То, к чему я стремился. Разве он тебя не толкал по-настоящему? Да, довольно сильно. Но он был в полном порядке. Он был немного расстроен сейчас. Смотрите на Джея, он дулся. Я сосредоточился на той части, где мои глаза краснеют. О, красные глаза. Подождите. Я думаю, эта часть самая крутая. Что? Изначально облаков не было. Да, облаков не было. О, правда? А может и нет. Облаков не было, правда. Они так хорошо отредактировали погоду в тот день. Облаков не было. Небо было безоблачное. День был ясный. Облаков не было. Похоже, так естественно. Даже та часть, где ты зажигаешь огонь.
Подождите, подождите. Сану, не смотри. Что? Что я только что увидел? Нет, снова. Ты снова собираешься скопировать меня? Нет. Ты копировала меня в этом музыкальном клипе. Что это? Ого. Безумные глаза Сану всегда выделяются в каждом музыкальном видео. И Сану улыбается. Мы снимали эту сцену. Это было, до меня дошли слухи. Эта песня играла, пока мы снимали это. Темная луна. Графика. Это определенно отличается от того, что мы сняли. Верно, верно. Стало намного круче, да. Есть много основных моментов, которые не попали. Да, Доктор Стрэндж, сцена с разбитым окном, Джей, красные глаза, Санхун и Джейк под дождем, и Хисын, делающий это. Часть с босыми ногами Ники, и Сану эти безумные глаза его. Из 50 звезд я бы дал ему 4,8. О, а почему убрал 0,2? Мы должны это заработать своими выступлениями. Отлично. Мы много работали над этим, верно? Да. И мы много подготовились. Больше всего. На этот раз мы усердно работали. Мы продолжим усердно работать над выступлением, поэтому, пожалуйста, ждите его с нетерпением. С вами были Инхайпен. Пока.